Франция теряет сотни миллионов евро на отказе от сделки с Россией по Мистрали. В неутихающий скандал вокруг вертолетоносцев подбросили топливо журналисты газеты «Паризьен», которые подсчитали убытки Парижа. По данным авторов статьи, речь идет о сумме почти в четверть миллиарда евро. К слову, повод для публикации тоже скандальный. Ее приурочили к сегодняшнему заседанию в Сенате, на котором должны рассмотреть законопроект о расторжении контракта с Москвой. По Конституции Франции, любое соглашение, которое относится к госфинансам, может быть заключено только после одобрения депутатов. Сейчас все происходит с точностью до наоборот. Парламентарии вынуждены голосовать за решение, которое уже принято. Причем, как заявили, под давлением со стороны союзников из НАТО. Многие сенаторы назвали это нарушением прав парламента Франции. Масло в огонь подливает и сообщение французского Минобороны о том, что заключить окончательный договор с Каиром, напомню, корабли собирался выкупить Египет, надеются к началу следующего года. Это означает, что как минимум до марта Франция будет тратить на содержание простаивающих мистралей по 5 миллионов евро ежемесячно.